Всем привет! И сейчас направляюсь от Женевы до Франции. Этот поезд ТЖВ Лирия идет до Парижа. У меня остановочка в своем месте. До Парижа я не еду, но первый раз хочу попробовать. Это очень классно, скоростные. То есть, смотрите, такие классные сиденья, мягкие. Розетки есть, столики. Здесь это первый класс. Решил попробовать. Здесь очень прикольный, конечно, ЖД вокзал в Женеве. Все очень понятно, интуитивно. За полчаса получается. Вот Бург-ин-Бресс, я доезжаю до Бург-ин-Бресса. Дальше 19:42 Париж. За полчаса получается уже известно поезд какой. То есть очень удобно. Так вот поднимаются. Также есть такой вот прикольный номер для двоих. Можно здесь посидеть. Ну, круто, конечно. Уровень поражает. Вот как-то так.